Привет всем, друзья! С вами Ирина Маркелова-Агапова. Я являюсь участницей проекта Whole World всем миром с 2013 года. Несколько лет мы работали с единым кошельком Wallet One, на который поступали нам денежные переводы, и из которого мы выводили потом на любые платежные системы или на любую карту мира. Очень много жалоб было на этот кошелек, поэтому администрация проекта решила от него отказаться и перейти на другие платежные системы. Один из которых, из основных кошельков, будет являться Advanced Cash. И если вы перейдете на любую вкладку, здесь постоянно у вас будет выходить вот такая картинка: создание привязка кошелька Advanced Cash. Вот здесь рекомендовано для вашей страны. И если у вас уже есть кошелек, то переходите к следующему пункту. Укажите номер долларового кошелька Advanced Cash. Если у вас нет кошелька, под этим видео я оставлю свою реферальную ссылочку, сокращенную через Google, на кошелек Advanced Cash. У меня уже есть кошелек, я буду его указывать. Кошелек у меня запаролен. Я вам тоже советую это сделать. Это бесплатно, так как здесь будут большие деньги. Поэтому советую вам перестраховаться и подключить себе защиту через код SMS. Вот так выглядит кошелек Advanced Cash. Советую вам его сразу верифицировать. Кошелек у меня верифицирован. Туда нужно будет отправить ваши паспортные данные, их заполнить и фотографию вашего паспорта. Это несложно. Всегда есть служба поддержки на сайте, вам всегда ответят. Главное, чтобы изображение было у вас четким, когда вы будете отправлять фотографию вашего паспорта. Здесь есть три кошелька: долларовый, евро и рублевый. Нам сейчас нужен долларовый кошелек, поэтому мы его копируем и привязываем вот сюда. Указываем и привязать кошелек нажимаем. Очень удобно создать еще карту. Карта стоит, по-моему, $5 на 3 года. Я ее получала еще в 2015 году. Кошелек у меня с 2015 года. И этой картой долларовой я прям иду и расплачиваюсь в магазинах. То есть не надо мне переводить в рубли. Я живу в России. Я иду, и у меня в магазине конвертируется автоматом. Но единственное, что чтобы пополнить эту карту, вы нажимаете, и со своего основного счета вы пополняете вот сюда на карту. По-моему, доллар здесь комиссия. Вот у меня $14 на балансе. Сейчас я покажу. Вот, будет списано вот 13,99. То есть $1 за каждую транзакцию берут, 60 рублей. Вот у меня на карте появилось вот еще $14, а деньги с долларового счета списались. Так что всем советую еще создать себе карту. Не виртуальную, а такую, которую вам пришлют к вам домой, в почтовый ящик кинут. Вы придете, в почтовом ящике будет ваша карта и пин-код. Вы зайдете и активируете этот пин-код, чтобы ваша карта активировалась. Дается она на 3 года, потом заказываете перевыпуск. В кошельке есть реферальная программа. Вот она где находится. Вы можете нажать на эту кнопочку и скопировать ссылочку и дать ее своим партнерам. Каждый, кто зарегистрируется по этой ссылке, станет вашим рефералом. Все, что нужно, это начать привлекать людей в систему. После каждой транзакции, проведенной вашими рефералами, вы получаете прибыль. Ваш процент от транзакции. Отчисления вам идут моментально, составляют до 20% от комиссии с транзакций ваших рефералов первого уровня. 0 рефералов второго, 0 третьего. Так, в общем, 20% от комиссии с транзакций ваших рефералов. Прибыльно, просто не требует затрат на управление.
Вы только доносите до своей аудитории информацию о нашей платежной системе и сразу начинаете получать прибыль, если кто-то зарегистрировался по предоставленной вами ссылке и провел транзакцию. Так что еще и на этом можно зарабатывать. Кошелек мы привязали. Теперь, если мы нажимаем какую-нибудь вкладку, у нас уже не вылезает, что нужно привязать кошелек. Более подробно расскажут вам на вебинаре. Следите за нашими новостями. Мы переходим на новый уровень. Надо идти в ногу со временем. Со всеми я прощаюсь.